Подарок ко Дню знаний. В областной координационно-методический центр культуры и творчества пригласили учеников начальных классов, чтобы подарить им сказку. Ежегодно на 1 сентября в рамках нашего клуба «Золотой ребенок» мы проводим театрализованный праздник «Здравствуй, школа». Мы приглашаем школы города, ну вот в частности сегодня у нас пришли к нам в гости 58-я школа, наша соседка 1-я школа, 49-я школа и многие другие. Дети в зрительном зале, дети на сцене. Ну, разве что немного постарше. Театрализованное представление подготовили юные артисты театра «Жаворонок» и другие коллективы Центра культуры и творчества. Представление – это не только песни и танцы, но и интерактив со зрителями. Лесные жители подготовили для гостей праздника загадки на тему школы. Даже долгие летние каникулы не помешали дать правильные ответы. Ребята признаются, школу не забыли и рады вернуться. Все-таки соскучишься по школе, вот, и надо учиться, знаний больше надо. День знаний не только начало школьного марафона, но и последний день беззаботных каникул, прощание с летом. Так что нужно хорошенько наиграться и насмеяться перед тем, как всерьез погрузиться в учебу. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.